Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Лазарус, и сейчас я вам хочу показать такую чудесную программу, которая поможет всем пиратам, как бы так сказать. Дело в том, что если у вас нелицензионная Windows, и каждый раз, когда вы запускаете компьютер, у вас тут черный экран, тут написано сборка, т.д. вы не можете никакую заставку сюда не поставить, ничего. У вас этого всего не получается, потому что у вас нелицензионный Windows. И у вас вечно вскакивает табличка, просит активировать Windows. При каждом запуске компьютера это все вылазит. Но есть решение. Windows Loader. Это такая чудная программа, которую я использовал один раз. Только что почти. И что же она делает? Она активирует Windows. Итак, вы заходите в Windows Loader, ссылку на программу я оставлю в описании, и нажимаете вот на эту табличку. Нажали, запускается, вот. У вас появляется вот такая вот штука, да. Видите, у меня уже лицензионная Windows, а вот тут у вас будет написано красным. Ну вот, мой профиль, OEM, Advanced это. Да. Нажимаете Install, у вас тут пойдет полоска, вот тут где-то остановится, и пойдет дальше. Потом вылезет то, что это, вы хотите перезапустить компьютер или нет, чтобы все активировалось. Вы нажимаете «Да», и когда вы перезапускаете, у вас уже ничего не запрашивает. Тут не вылазит эта сборка какая, т.д. В общем, все шикарно. Итак, надеюсь, я вам помог. С вами был мистер Лазарус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и всем пока.